Короткая пауза. Все, можем продолжать. Привет всем и добро пожаловать на мой стать влог. Я наконец-таки вернулась. Из-за учебы сейчас очень мало времени остается снимать. Но все-таки я возвращаюсь. И сегодня мы с вами будем делать домашнее задание. Ты тоже бери все, что тебе нужно для того, чтобы делать домашку. Все ручки, тетрадки, карандаши и так далее. И садись со мной делать уроки. Кстати, напиши, ты учишься онлайн или офлайн. Мне будет очень интересно почитать. Кстати, я перешла в 7 класс, и мне добавились новые предметы, поэтому их мы тоже с вами будем делать. Я, конечно, до сих пор не понимаю некоторые предметы, такие как алгебра, например. Но, надеюсь, мы с вами в этом видео все поймем. Давайте начинать. Поехали! Прежде чем начать делать уроки, нужно записать распорядок дня. Это очень важно, так намного легче делаются все дела. Поэтому давайте записывать. Свои to-do-листы я оформляю сейчас примерно вот так вот. И выглядит это очень красиво. Сейчас мы с вами тоже оформим вот здесь вот страничку, получается. To-do-лист напишем на сегодня. Также я записываю числа, чтобы я не запуталась, когда мне нужно что делать. Вот поэтому... Для этого нам понадобится обычный простой карандаш, и мы рисуем, если это можно так назвать, листочек с нашими заданиями на сегодня. Теперь я буду обводить наш листочек, для этого нужна черная ручка или черный маркер. Мне больше нравится черный маркер, поэтому я беру его. Я все написала, теперь нужно оформить. Вот такое вот перевоплощение. Мне очень нравится это оформление. Один интересный факт обо мне. Я просто ненавижу математику и все, что связано с цифрами. Видимо, поэтому я не понимаю и ненавижу этот предмет. Но учительница по нему, конечно, хорошая, но сам предмет мне не нравится. Ладно, мне нужно все-таки его запомнить, потому что у меня завтра с ним контрольная работа. Кстати, мы сейчас с вами будем как раз-таки к ней готовиться. Вот такая у нас контрольная работа. В контрольной работе будет 5 заданий. Два задания из этих, это задачи, и 3 с уравнениями. Вот уравнение, это просто не мое, вот серьезно. Хотя вот этот первый номер, это единственный номер, который я больше всего поняла, вот серьезно. Остальные номера мне понятны, но так себе, поэтому давайте решать. По алгебре у меня вот такая вот тетрадочка. Вот здесь мы решали контрольную первого варианта. Сейчас мы с вами будем делать геометрию, но перед этим хочу вам рассказать. Вчера мы писали самостоятельно по геометрии, и я сдала листочек, у меня было недоделано последнее задание, я ее сразу спросила,
что будет, типа, если одно задание не дописано, но два правильных, а одно не доделано. Она сказала, будет 4, либо 5 с минусом, говорит, смотря сколько не доделано. Говорит, если больше половины сделано, можно 5 с минусом поставлю. Она говорит, а если нет, то 4. Вот, я была полностью уверена в своих двух заданиях, но потом ко мне подошла отличница, девочка, и спросила, какие варианты ответа у нас были. В итоге никакие варианты ответа, мы были на одинаковых вариантах, то есть я на втором, и она на втором. Вот. Задания у нас полностью не совпадали, то есть у нее ответы разные, и у меня ответы разные. Тут я уже начала сомневаться, что все те задания, которые я решила, правильные. Я уже немного побаивалась, думала, будет плохая оценка, но сейчас мне переходит оценка 4, а она, я ей написала, она получила, оказывается, 3. То есть не всегда нужно верить отличницам, как бы нужно думать своим умом. Такое тоже случается, поэтому как-то так. Я вам сказала, что я не дружу с цифрами, и с отрезками, с АБДЕ буквами я тоже, в принципе, не дружу, поэтому как-то так. Но темы нужно все равно учить, чтобы потом не запустить, потом будут контрольные, и все будет очень сложно. Вот это 29-е задание я не успела дописать, то есть на рисунке 10. Вот он. Угол ПОТ равен 78 градусов, угол ФОМ равен 52 градуса и угол ПОФ равен 39 градусов. Найдите угол ТОМ. Я, во-первых, долго думала над этим и из-за этого не успела дописать. Все, я закончила делать геометрию. Там были, в принципе, легкие задания. Как ни странно, поэтому я уже так быстро закончила. Теперь мне нужно сделать информатику из, получается, 4 предметов, которые нам добавились. Алгебра, геометрия, информатика и физика. Мне сначала нравилась физика. Но потом, когда к нам пришел новый учитель, он был достаточно строгим. И я поняла, насколько она сложная. Я такая, типа, нет, мне она больше не нравится. Поэтому мой любимый предмет на данный момент — это информатика. Довольно легкий и интересный предмет. Просто. Кстати, по нему мне нужно почитать параграф. Получается, представление информации, знаки и знаковые системы, информация и информационные процессы. В общем, по информатике только прочитать. И все. Поэтому давайте читать. Я вот сейчас прочитала очень интересный параграф, вот серьезно. Мне еще никогда не было так интересно читать параграфы. Правда, было пару раз такое, что мне нравилось читать по литературе только. И вот сейчас по информатике тоже очень интересно. Мы сейчас по технологии вяжем квадрат, и когда ты понимаешь, как это делается, в принципе, очень даже прикольно, иногда даже успокаивает. Но сначала, конечно, у меня не получалось. Сейчас я уже довольно поняла принцип работы, поэтому мне сейчас намного легче делается. У меня сегодня вот такой вот вкусный завтрак. И одно яичко, хлебушек черный с авокадо и с красной рыбкой. Это просто обалденный, вкуснейший, мой любимый самый завтрак. Советую вам тоже попробовать, очень вкусно. Ну все, я буду собираться в школу, так как уже время, я как раз таки собралась. Так что всем пока, до новых встреч, люблю! Подписывайся на мой инстаграм, так как там я очень часто выхожу на связь с вами.